И всем привет, с вами я, Ардисат11, и сегодня у нас третья часть по Smash Security Breach. Мне кажется, то, что вы настолько набрали актив по этой игре, так что у нас сегодня третья часть. Мы тот раз закончили на том, то, что солнце, типа, ну, там генераторы надо было врубить. Но я уже чуть знаю, в принципе, где эти генераторы. Вроде бы там один на этом, и четыре в другом. Так, прям вот это стрёмно проходить. Давайте пропустим, потому что мы это уже видели. Нет, я почти что это прошел. Слушайте, я почти прошел. Как? Я не понимаю, как я не забрался. Я вообще должен. Это, ну, это понимаете, как бы. Баги бывают. Меня бесит то, что тут все не сохраняется. Я даже не успел сохраниться. Реально, почему у них генераторы? Почему они не могут нормального электричества купить? А на роботов у вас хватает. Так значит. Так, фух. Фух, надо сейчас. Неж. Наконец-то нормальное солнце. Вот это. Не луна, а солнце именно. Так, а какое у нас сейчас задание? У нас сейчас задание... Встретить Фредди у детсада. Давайте сохраним. Фух, я, конечно, прям пипец это будет проходить, потому что не знаю почему. Так, ладно, сейчас сохраняемся. Просто отдохнуть от такого, то что я прям настолько спидранил. Thank you.
Ладно, давайте продолжать все-таки. Так, амити. Так, все, забрались к нему побыстрее. Чика, что с тобой? And do not worry. They cannot find you while we are together. We are almost out of time. We need to get to a recharge station immediately. Every hour the power is diverted to the recharge stations. When that happens, the lights go out. And when that happens, the day... Gregory, where are you going? Откуда тут солнце? Такой вопрос. Стоп, и откуда мне взять вот эту вашу зарядную станцию тогда? Стоп, где может быть зарядная станция? Дальше на камерах посмотрим. Правда, я не знаю, поможет ли мне это или нет. Но тут вообще нигде нету. Ну даже давайте посмотрим тут. Ладно, ну я как шел, я просто шел к лобби, там бы даже был значок. Я просто сейчас думаю, где... Может где-то, где Фредди там был? Грегори, jump in! We need to get out of here now! They have found you! Это так подразумевалось разработчикам. We are almost out of time. We need to get to a recharge station immediately. Every hour the power is diverted to the recharge stations. When that happens, the lights go out. And when that happens, the daycare attendant is free to roam the building. It will find you. Сначала лучше подальше уйти. Так, а, вот. Он сам идет. Главное, чтоб... Венни? Это что? Что она тут делает? Объясните. Я только начал игру проходить, как бы. Это фонтан в декоративном водоем, который поддается вода под давлением. Я не фонтан, неужели ты... костюм Антонсова прямо перед нами? Нет, не видел. Никаких кроликов, мегабитс, флекси нет. Больше нет. Это какой-то бред. Пытается меня достать. Я не пытаюсь. Почему? Я не знаю. Я хочу помочь тебе. Может, они тоже? Хотят помочь. Это вряд ли. Ты почему-то отличаешься от них. О, я получил ачивку вечеринка с ночевкой. О, уже 5 часов. Do not panic. If we get separated again, you can always call me on your fast watch. As long as I have power, and I am able to reach you. Okay. Звонить Фредди. Так.
Так, давайте тогда сохранимся. Так, все, мы сохранились. Ух, это был достаточно для меня сложно, я не знаю почему. Вот это солнце, оно прям достает. Федор, почему ты такой реально грязный? Нам уж все не заходить. Можем все зайти? А, нет, стой, почему тогда чик все заходил? Есть паркинг. И я этого раньше не замечала, то что там какие-то двери есть. А мы все равно сюда не можем идти. Ладно, давайте пойдем, наверное. Куда-то туда. Вообще, куда нам идти? Я просто даже не понял. Может, куда-то туда надо идти? Грегори, я идентифицировал две возможности. Главный локейшн. It appears that you have no fast map. You should be able to obtain one from the reader on the central balcony. Забрать карту. Бесплатно карту. Мы, так скажем, ее украли, потому что это карта администрации какой-то. Hey, superstars! It's me, Freddy. Welcome to the Mega Pizza Plex. Grab a jumbo slice of pepperoni and top it off with an ice cream fizzy fizz. Then enjoy our super games and attractions. Don't forget to stop by Rockstar Row and meet me in person. Ладно, Федор, я всегда лучше. Have a fazerific day. Я так спокойнее. That was not me. That was a. I, please take this map. Take a map. Так, нам теперь надо забрать карту. О, это типа Фокси тут у нас, Глэмрок. Кстати, не понимаю, зачем мы его на какого-то аллигатора поменяли. Вот нормально, но хотя. Это, наверное, было... Даже я уже как-то привык, то, что в FNAF 9 аллигатор. Так, нам, короче, надо на первый этаж идти. Правда, я вообще не понимаю, как. Если тут все закрыто. Слово совсем. Может, мы просто туда пошли? Надо в другую сторону идти. А, нет, вот, все нормально. Не
Пинята Монти. Я уже находил пинята Чики. Так, но администрация точно не тут. It looks like you do not have security clearance to access the kitchen. Find the open vent near the salad bar to bypass security. Тогда куда нам идти? I must warn you, when you enter an area where you do not have a locator map signal, I will be unable to reach your location. Ты можешь обновить свою мини-карту. Фрейд, так я внутри тебя как бы. Что, Music Man? Куда мы сейчас прискользим? Так, для газировки со шипучкой можно добраться до главной кухни. Газы на просто Music Man спидранил. Так, ладно. Давайте тут сохранимся. Но мы как бы уже сохранились. Это хорошо. Ну ладно, давайте на все. Не спрашивайте, зачем я второй раз сохраняюсь. Так, сейчас зарядим фонаричек свой. Нормально, фас унитаз. Хотел бы себе такой дом. Шипочка Фредди. Я могу куда-то ныкаться? Куда мне ныкаться, если некуда? Стоп, давайте посмотрим по камерам, где она. Так, то есть я сейчас отсюда буду уходить. Стоп, почему у меня камера не врубается?
Нет. О, нет. У меня такая щенка, у нее башка была на 360 повернутая. Я потом так испугался, то что его сдали. Я просто хотел на шифте побежать. Но все-таки она оказалась быстрее. Так, мы сейчас должны понимать то, что она выходит оттуда, и надо чуть подождать, чтобы она сразу не грохнула. По-хорошему еще заныкаться. Наверное, когда ему выйдем. Почему он выходит, когда мы выходим? Это как-то странно. Я надеюсь, она ко мне не идет. Так, нам надо, чтобы она туда пошла, и мы сразу бежим туда. Нифига, дружелюбные охранники, как они мне помогут, если они сразу вас зовут, а вы меня того убиваете. Ну, это, наверное, помощь детям, 100%. Но это как бы логично, потому что... То оно прям туда-сюда вот так ходит. Вот. Вот поймали момент. Нет. Как у меня открылась дверь второго уровня? Не такого боялся. Ладно, я думаю, на этом можно закончить. Конечно, сегодня серия получилась маленькой, но вы бы знали, я просто... Это самая, как помню, сложная для меня серия. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Ardis111, и всем пока!